Цены на куриные яйца варьируются от 120 до 144 рублей за десяток. За 30 штук от 370 до 390, и это по акции. Самые дешевые куриные яйца в одном из гипермаркетов Челнов стоят почти 125 рублей. Это цена по акции. Без нее и без карты магазина десяток обойдется в 147 рублей. В Росптицесоюзе сообщили о невозможности сбить цены на куриные яйца. Не поможет даже импорт из Турции и Азербайджана. Ведь закупочные цены установлены не ниже, чем на отечественные. Что касается Челнов, то на полках магазинов товары только российских производителей. Покупатели отмечают, что также не заметили снижения стоимости. Но если раньше было 70, что сейчас 130, как это? Конечно, дорогие. Ну, явно дороже, конечно, явно дороже. В принципе, подъемные. Ничего страшного. Одно яичко 13 рублей. Несмотря на немаленькую стоимость куриных яиц, покупатели не отказываются от этого продукта. Вот только некоторые начали реже употреблять их. Да, реже стали покупать, потому что подорожало. С деревни возим. Да, яйца покупаем как обычно. Ну, яйца, естественно, дороже стали. Ну, а куда деваться, все равно же кушать хочется. При этом импорт куриных яиц из Азербайджана растет. Так, по данным Россельхознадзора, в Россию ввезены очередные партии в количестве 918 тысяч тонн. Всего с 19 декабря было поставлено свыше 2 миллионов куриных яиц. Эльмира Гайнутдинова, Ленар Султанов, новости, Набережные Челны.